Хорош, Кентухин. Давай, брат. А-а-а! Ну это Кентуха, он засел у себя там в пикселе. Таксика пиксель. Тут без вариантов. Конечно. Кентуха минус. Я дал... Да ну басик, что? Мне Раш просто первой пулей маслину ставит. Рикардик, иди-ка сюда, сладкий пупсик. На, держали, брат. Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. Прямо сегодня будет ваша любимая рубрика «Обмен скинами». И сегодня у нас в гостях... Основатель этой рубрики! Сейн, добрый, чуваки! Арткул! Короче, борода, прожмите лайкусик. Так, пацаны, здесь вы на нормальные скины скините. Мы с Рикардиком переходим в отделе войса. Вы слышите этот запах? Запах бедности от кента. Так, все, иди с этого войса. Ой, пацаны, зря вы так сказали, зря. Все, переходим. Арткул. Че, Рашик? Да, брат. Жестко. Жестко. По-другому мы не умеем. Рикард, давай ничего не скинем, слышишь? Ты видишь, как не надо общаться с нами. Согласен. Смог скинуть. Да. Пошалить. Все, найсик, все. Смотри, они же прибежали. Кидай по ним ханешку еще. Раш, не... Раш впервые снимается в этой рубрике. Да, он должен не шарить за эту рубрику. Они ничего не оставили? И ханешка, у меня один хп, бро. Брат, он бежит за мной. Закладывай сразу, закладывай. Я иду за пистолетами. Давай, быстрей. Он уже бежит, тут уже Раш. Кентушечка, давай, иди сюда, иди, сладкий. Бро, пожалуйста. Он уже пачку поставил, брат. Я бегу! Я принес пушки. Смотри, держи. Я успею. Боятся, как же я они боятся. Я сейчас их на нож посажу. А чё ты? А чё, как дела, Рикардик? На нож посадил, брат. Кентух, на тебя вся надежда! Давай на ножах, ладно, по-мужицки. Я охраняю пачку, смотри, я... Дефай. Не, я просто буду бегать от него, слышишь? Я просто бегать от него буду. Давай. Да чего ты боишься его? Уничтожь. Смотри, сыкло. Так, давай отсюда. Это не по правилам вот выиграл, хотя об хаешки кидать в начале раунда тоже не по правилам. У меня один хп, я не успел, забей. Кидала! Ты видел? Да, против правил. Ребята, хэштег не по-мужски. Мы выиграли! Чего? Но басики сразу ставят пачку, быстренько. Это не по правилам, они мне хаешку в ноги, один хп оставили и оружие даже не оставили. Короче, братва, прямо сейчас прожмите лайк, если нравится подобная рубрика с Рикардиком, с моим братом младшим. Рикард, тебе сколько лет? Как ты сейчас назвал меня? Пошалеть, извинись. Надо хаешки, бери хаешки. Да, давай хаешки. Слушай, ну в этом раунде, что подписчики не написали, что мы могли им оперхать, надо им скинуть нормальный дроп, поэтому я им дам... Я скинул нормальный дроп. Я им дам АКР. Мне кажется, за такое, пацаны, надо писать хэштег нубасы просто. Братик, вот такое я скидываю. Вот так вот. И подальше, вот туда, бро. Ты не знаешь правил рубрики, надо как можно... А, подожди. Надо прятать, точняк, в следующем раунде надо я прятать. Спрячу, жестко спрячусь. О, давай здесь сядем в доме, будем ждать, и потом кинем по ней поешку. Вон. Ты готов? Да, блин. А ну-ка. Блин. Быстрее, он сейчас будет бежать к нам. Подожди, что тут? Опа, М40, калаш. Ой, брат, ну извини, кто первый пришел, тот и съел. Все, мужики. Да, бро, где они? По правилам играем, хаешки они мне кидают. Брат, смотри, я бегу уже жестко уничтожать. Брат, тут поставишь пачку, как раз ты проверишь. Блин, я ничего не вижу. Не, в ребрах никого, у меня пачка. Мне М40 дали. А что это за бедный М40, ребят, не понял. У вас не было нормального М40, скинули мне. Я дал... Да ну басик, что? Мне Раш просто первой пулей маслину ставит. Ой, М40. Это вы зря, пацаны. Ну тут ГГ, тут без вариантов. Ну, конечно. Кентуха минус. Мне Раш просто первой пулей маслину ставит. Ну шалеть просто. Рикардик, иди-ка сюда, сладкий пупсик. На. Держали, брат. Ты там дроп, пока, я так понимаю, бегал, искал, да, еще все это время? Да, бро. Да я пока искал, ты уже все сделал, господи. Не, слушай, ну мы просто так это не ставим. На плюс две вешает. Мы просто так это не ставим, то есть Раш пришел впервые ко мне на канал, на эту рубрику. И сразу же вот так вот минус два сделал. Надо жестко подловить их с каешками где-то. Ну ты как будто чувствуешь, что это хэштег дробаши. Да, хэштег дробаши. Смотри, как будто надо сделать вот так вот. Блин, у меня на дробовик не хватило. Я даю берет, это как дробовик. Ой, хорош. Я вообще предлагаю ни одного раунда больше не слить. Да, окей, отличная идея, бро. Так, давай вот так вот. Ну без скина, правда, ну ладно. Ну, слушай. И сюда. Спас? Пойдем. Уже хорошее оружие. Пусть ищут. О, тоже.
Вот так, да. Опа. Вот это тоже можно на шведский вот стол, как говорится, закинуть. Вот так, ага. Да, все, и пошли. Все. Найдут, так найдут. Не найдут, так не найдут. Брат, самое главное, не забывай. Хаешку взял? Хаешечка, это самое главное. Я купил, надо найти для начала. Давай. Вот сейчас можно как будто по ним прям жестко пыльнуть хаешку. А где они? Смеда, может быть? Смеда, смеда, наверное. А они тоже ждут. А, они тоже с хаешками. Найс, мимо. А, шалеть. Ждем, ждем, ждем. Ждем, ждем, брат, не кидай, не кидай, не кидай, не кидай. Блин. Давай, он бежит на базу, кидай на базу. На базу кидай, раз. А если я сейчас кого-то прирежу, норм будет, не? Я фавом нашел. Ну да. Два, три. А-а-а! Я сгорел. Абсолютно. Окей. Ну конечно, брат, уже время идет. Мама дорогая, чувак, это все пошло не по плану. Меня на нож посадил. За что? Это нарушение правил. Он еще и с пачкой бежит. Сейчас. Давай, давай, давай. Хорош. Все, все. Кентуха на проводе. Кентуха не на проводе, брат. А что они скинули? Я ничего. Ничего? Примерно ничего, если честно. Ну, как будто плохи наши дела. Во! Ой, хорош, нормально. Брат, просто по брейну отыграл. Давай на нож, на нож. Рикарди, как дела, брат? А, он меня на нож посадил. У него еще нож какой-то голимый. А пачка закончена? Огрызок. Нет, еще. О, глок, чекай, глок дропнули, нормально. А, вот тебе не дроп, дроп. Слушай, ну я думаю, это не кинули тот дроп, который нельзя подбирать, но ничего страшного. Не, так, а ты же спас не дропал, или ты дропал спас, пошел, может? Ну, слушай, хороший вопрос. Не, я фаб скинул. Братик, а ты что, дроп не брал? Типа, ты с прошлым дропом играешь, ты что, рофл? Не, а я прибежал, а там М40 лежит. Это моя, это я скинул. А, ну тогда извиняйте. Нож, я нож. Я буду с М40. Короче, я думаю, в честь того, что нарушились правила, пойду заложу на пленту просто. Блин, это впервые в истории этой рубрики. По брейну. Рикарди, хорош, хорош, хорош. Ой, блин, мне кажется, сейчас это видео просто вышло из-под контроля. Чекай, чекай, я сейчас покажу тебе вообще гениальную тактику. А, ты тоже смотрел эти лайфхаки из ТикТока? Типа ставишь тут и с окна смотришь. Я создал эти лайфхаки. Естественно, дорогулечка. Блин, ну как будто немножечко так. Немножечко правила нарушил. Подожди, он может же не по правилам сейчас пойти на А поставить пачку. Подожди. Вот лоха путала, голимая. Я его сейчас переиграю. Брат, все, он не по правилам, и ты не по правилам. Бери юз. Хорошо. Бери юз. А, да? Да. Думаешь? Да, у тебя есть диффуза. Ты опять не купил диффуза, хорош. Так, теперь внимательно слушаем звук, чтобы его не пропустить. Ты что-то слышишь? Подожди, я знаю, где он. Он засветился. Он идет. Блин. Блин, ты упал. Ты гонишь. Попал. Я попал, по-моему. Брат! Он с дробашом! Вау! Вау! Хорош, хорош. Все, не спит, не спит, не спит. Просто ты гений! Мы просто по брейну два раунда подряд перехитрили. Это нечестная игра. На, Рикарди. Это просто же. Они нечестно играют, за такое надо наказывать, брат. Не переключай, не переключай, не переключай, брат, это не реклама, это не реклама. То есть мне за это деньги не платили. Короче, братишка, смотри. Сейчас в связи с тем, что у Ютуба очень большие просадки, у Сидов очень большие просадки, я потихоньку перехожу на Twitch. И прямо сегодня будет стрим. То, братик, просто подпишись на мой Twitch по ссылочке в описании. Если тебе интересен я тебе, надеюсь, по-любому интересен. И потом возвращайся обратно досматривать дальше видосик. Ссылочка снизу, первая ссылка. И на ТГ тоже можно подписаться. Вторая ссылочка, там вся инфа. Не, ну они нарушили правила, причем первым. А как они нарушили? Так тебя нашел вначале. А, ну это факт. Короче, смотри, давай. Оставляем только флешку и смог. О, согласен. Согласен. Это даже много, бро. Давай напишу, играем по-честному. Играем без нарушений. Все, играем без нарушений. Играем без нарушений. О, это, наверное, из-за того, что я, ну, на ножа забрал. Ну, хаешка это не нарушение, хаешка это как будто. Не, хаешка не нарушение. Это must have, это обязательно. А ты видел, он просто по себе хаешку кинул. Интересно, у него хп отнялись или нет? Он чисто сам по себе хаешку кинул. Опа, авик, братик. Ой, авик? Тут авик статрековский из батл пасса. Бро, нормально. Ой. Ну, да боже, мне опять хаешка прилетает. И что нам дали по дропу? Да они столбали! За что? А, он уже с дропом тут. Маша, леть. Чувак, так мне вообще дропа не оставили. Нет, там два смока. Пользуйся, там бомбы нету. Еще и пачка? А где пачка? Пачка тут, кстати, брат. А ты уже, да? Я случайно. Я понял. Тёмка. О, нет, о, нет, о, нет! У тебя флешка есть. Нет! У тебя нет флешки. Нет флешки. Кентуха на проводе.
жить! Мама, дрань, я слепой! Чувак, что происходит? А-а-а, я вижу, где он. Ноускоп даю, брат, готов? Да. Смотри, 3, 2... Да, блин, я хотел его на ножаку посадить. Вон, за бочкой. Да, блин! Пентуха. Ты реально играешь? Так? Слушай, я считаю, давай их за это накажем и скинем дым, чтобы они что-то искали, а там ничего не будет. А чё они? Они думают, что не одни такие умные. Надо спрятать вот где-то в этот угол Tech9, а потом забрать сюда смог. Ну давай, давай, давай. Давай, окей, давай тоже будем хаешки под ноги. Молики под ноги кидать, я сейчас... Давай, смотри, я им скину вот такое оружие. А я Авик. Пускай. Авик, давай, давай. Окей. Найс. Оп, все, а теперь пусть ищут. Смотри. Опа. Лови. Чё там, мужики, чё? Неприятненько вам? Аккуратнее, по тебе хаешку кинули. Не, вообще две мимо. У тебя жестко попал хаешка. Жестко попал хаешка только что. Ой-ой-ой-ой-ой. Так только хаешка бы не прилетела. Да блин, задрали. Они попадают по тебе, серьезно, каждый раз? Да, Они смог тут ничего нету, бро. Нет, дроп здесь нет. Брат, а теперь смотри, играем просто по брейну. Ставим вот так пачечку и бежим на нашу респу подбирать дроп. Вот, что-то лежит. А нет, это смог. Предыдущей катки осталось. Блок. Можно использовать предыдущий? Они вообще не, ничего не это оставят. Не по правилам. Я тогда глока буду использовать, брат. Ура, нам впервые скинули нормальный дроп. Нормально, у меня авик, кстати. Нифига не брейновые. Да ладно, не сымай. О, что, Рикардик? У меня не врегало в него урон. Слышь, остался Аркул? Аркул, брат, здорово, здорово, родной. Так он вообще не сбивает, Найк. Дефай, пофиг, дефай, садись, дефай. Ну боже, я им скинул М4А1, а они ничего. Все, хорошо, маленький. Слушай, а ты думаешь, они любят авики? Ну просто как? Я думаю, обожают авики. Вот я думаю, надо. Это нечестно просто. Ноль дропа. Конечно. Почему ноль дропа? Чего? Вот в этот угол дропать, сюда потом хаешки закинем. О, давай. И давайте это теперь заныкаемся. Не, я думаю, просто с дома можно закинуть. Так давай, только запрячемся. Все, я им юз поставлю и все. И я тоже юз тогда. Я уже на месте. Я киты купил, брат, во всякий пожарный. Хорош. Все, иди, а я тут их подожду. Смотри, они вдвоем сидят прыгну. Тут, плохо путалы. Не палюсь. Готов? Не палюсь. Раз. Не. Стой. Блин, так они уже свалили, по-моему. Блин, ща, это кто у нас? Это Раш. Смотри, боится. Ну все, да иди. Идем. Но они не знают, где я. Могут предполагать, конечно, только. Вон, сидят вдвоем. Ах, что вы там сидите? Давай так, как только он зайдет, сразу кидаем. Кидай, раз, два, три. О, кентуха. А бро, наверное, бегут, да? Бро. Они хаешки откинули. Ладно, брат, а теперь бежим. Не, нормально, я, кстати, попал хаешку в него. Они тут еще в доме, блин. О, бежит. Брат, я несу дроп. Брат, бежи просто. Причем идеально, мне кажется. Где-то тут, смотри, за спиной. Кентуха, иди сюда. Да. Несу дроп, брат. Ну, Кент, ну, басик, ну, спина у тебя. Да как, Аркул? Не, ну это нормально, по-твоему? Ну, басик. Кинь молик на пачку в конце. Молик кидай, быстрее. Так тут смог. Молик кидай, в пачке быстрее, мы выиграем. Брат, даже если ты проиграешь, мы выиграем. Да тихо, подожди. Ничего ты гений. Бро, а есть смог еще? А, ты ровнешь, а что ты меня продаешь-то? А теперь смог, брат, ради меня. Давай, просто попади смог, и мы выиграли. Да! На! А я это видел. Ты в адеквате, Арткул. А мы все равно затащили. Как мы затащили? Ты грофлишь? А! Ты глупый, мы за КТ играем, алё! Ты шо, глупенький? Просто мы лучше, ты понимаешь? По брейну. Мы по брейну 3 раунда забрали, камон! Арткул, ну мозгов, конечно, тебе не занимать, брат. Это... Я забыл, что мы за КТ. Так, ну ладно, давайте еще скинем такое потненькое. Все, пофанились. А теперь кидаем, ну, как будто, ну, уже. Мы можем сделать, короче, круг через аплент. Погнали круг через аплент. Они будут сейчас сидеть ждать нас где-то. Делаем круг через аплент. Я еще сел дефать, он меня продает. Да, потому что я думал, что пачка все нормально с ней.
О, они хаешки кинули, только что слышал. Все, имба, мы засейвили хаешки. Нам, надеюсь, нормально? Нормально дроп скинули. USP? Да, там USP, там USP. И спас. Ну это просто фиаско, пацаны. Дайте нормальный дроп. Ой, тут калаш. Бро, я даже оружие принесу тебе. Вон, видишь, все. Бери калаш, я буду с плетки. Да пофигу, сейчас заберем. Готов дым кинуть хаешку? Раз. Брат, давай в дымке нам хаешку. Один в домике, один в домике. Один в лесенке. Да, блин, я не успел. Один в доме, один в лесенке. Даю молотов. Ага, первый пошел. Ой, жестко. Там есть хаешка, пункту. Ай, минус 96! Алло. Забираю кентуху. Ну, Басиков, кто там куда на проводе? А ты скидывал ММ-ку? Да. А, блин, за такое им надо вообще ничего не скидывать, бро. А капец, я им скидываю дроп, они ничего не оставляют. Плетку оставили, блин, вообще нормально. Но тебе пока что рано делать такие киллы, кентуха. Еще не вырос или что? Еще не подучился. Так, ребята, вот сейчас уже. Соберись. Сейчас надо собраться и на плюс морали наказать маленьких. Ладно, давай скинем. Да не, я бы вообще ничего не скидывал, честно говоря. А-а-а. Давай пукнем. Ну я бы им скинул. Пукнем бы... один смок и все, вот так. Все, хватит. Вот так, там 40 еще. Не надо! Да пусть. Нет, я на помойку унесу сейчас. Да ну не будь. Все, выкинул. FNFAL надо брать по-любому. И все. А, кстати, реально FNFAL не дроп. О, маг 10, да, играйте с маг 10, друзья. Все, нормально. Слушай, ну мы им скинем нормальный дроп. А, так на миду, на миду, на миду, на миду. Братик, принеси дроп, я ожидаю. И сюда, на... Рик. Я ожидаю на респе, принеси дроп. Да блин, они вообще нам дроп не оставляют. Это впервые в истории этой рубрики. Мы играем без дропа. Я принес с собой маленького. Уходят, уходят. Братик, я пленчу. Пленчи, пленчи, я тут с собой принес маленького. Так они вдвоем на спавне. Пленчи, пленчи, я тут с собой принес маленького. Так они вдвоем на спавне. Тише. А как он уснул? Ну, Басик, ну нет, ну как? Не ожидали? На, брат, ну двоих на нож. Ты что, зарезал уже? Ну да, двоих. Какие нубасы против нас играют, боже мой, какие стратегии нелегендарные тут применяются. Я говорю, как будто раш подрубил, как будто раш подрубил. Подрубил, думаешь? Думаю, да. Ну вот что я тебе могу сказать, ну как будто плохи наши дела, потому что мы еще будем меняться сторонами, и нам тут полная габела, я это прям чувствую. Ну конечно, такие киллы просто сливаешь. Ну смотри, я им хороший дроп скидываю, пусть только опять попробуют там ничего конечно не скинуть. Ура, наконец-то, они дали калаш! Блин. Я не верю моим глазам, нам дали калаш. А по-моему кто-то пленту, чекни. FNFAL. Ну, давай вдвоем втихаря в темку пройдем, просто на шифте. Давай, давай. В ребрах может быть? Может быть, может быть. О! Слушай, никого нет. Ты меня заскамил. Брат, прикрывай меня, я ставлю пачку. Ну, я, да. Тёмка кто-то есть. Ты в кармане? Пускай выйдет из Тёмки. Я в кармане. Все, я Тёмку чекаю. Ой, я случайно стрельнул. Бро, гениально. Тактика у нас. Есть смысл шифтить после этого, бро? Все, имба, если не через мид не будет, мы выиграли. Хорош. Не знаю. Спасибо. Я в моменте. И пролетел. Жесткое уничтожение. Готов? А, там второй, там Рашик. О, нехорош. Братик, не спеши. Давай, я верю в тебя. Рикардо должен это сделать, сделай грязюку. О, да я думал попал в голову, а тут шея. Слушай, ну ты жесткую грязюку, грязюку сделал. Так а кто ж так бомбу ставит? Ну, давай. Смотри, киберспортивные эти. Опа. Ой. А ты на читах спалился, слышишь? 2800 пик, брат, 2800 пик это называется. 2800 ММР, let's go. О, нет, мы еще меняем сторонами, сейчас мы будем играть за слабую сторону. Ой, блин, это фиаско. Запрещай играть за слабую сторону. О, братик, мы теперь Т. Так, ну, давай берецы, пацаны, надеюсь, вы хорошо играете с берецов. Ничего, у Раша 10 киллов, я так сейчас заметил. Как будто Рашу видос записан, а не мне. Кент накручивает себе. Ну, слушай, ну, для начала глока им, ну, не помешает подержать в руках. Ну, потому что, ну, сам понимаешь, да? Я лучше себе броник куплю. Ну, конечно, естественно, братик. Даю грязюку. Только не решу, что еще поставит. Он ставит, где он? Ой, что это у нас тут? Я понял. Блин, ну как будто я нарушил правила, да, немножко? Ну, вообще немножко есть такое. За это... А где он, бро? Ты поплачь, я не знаю. Наверное, где-то в этих, в ребрах.
Давай! Ну ладно, давай так. Смотри, Рашик пишет, за это ты воплатишься. Он в ребрах, в ребрах. В ребрах? Справа был. Как думаешь, зло победит? Типа я нарушил правила, еще и выиграю. Это будет какой-то слишком по-читерски, не? Будет слишком читерски. Тащи, тащи, тащи. Бро. Хорош! Брат! Ну что ты делаешь, брат? Ну слушай, ну как будто это было прям максимальное неуважение. Да. Ребята, мы по-другому выиграть не можем. Приходится мухлевать. Ну а что поделать? Чего? Ну мы не можем победить по-честному, правильно? Я думаю, это случайно, Кен, ты специально его что-то шлепнул. Давай самый кал нам скинем, вот такой, смотри. Вот такой кал. Какой? Это что? О-о! На! Короче, я придумал хитрый план. Чтобы они, давай, чтобы давай, они давай. Сейчас не прошли, я кину молик. Все. Им сейчас придется прыгать. Да блин! Перепрыгнул, говнюк. В смысле, они типа забрали? Я в смоку? Я их буду сейчас резать, бро. Все, хорошо, хорошо. Слушай, у меня есть предположение, что нам ничего не скинули. Вот прям очень большие, весомые предположения. Арткул! А да. Я стерегу, бро. Арткул, это карма за прошлый раунд. Да, блин, 12 хп. Ничего себе. Подбирай дроп и давай. Да, давай, давай. Рикард, посмотри. Да, он же живучий. Посмотри. А с глоком нельзя. Это его дроп был. Подожди, это нарушение было. Это нарушение. Хэштег нарушение. Боже, какой же ж просто. Ты победил, что тут было. Слушай, это какой-то не обмен скинами получается, честно говоря. Согласен. Так пусть сами не борщат, слышишь? Так, ну ладно, смотри. Вот я предлагаю... У нас нельзя жить много. Давай M7 дропы. M40, M40. Ты M7, я M40. M40, да. И USP-шечку. Да, вот так вот закину им лавфуткалком. Так, и давай, короче... Ладно, я им калашу... Смотри, какой я калаша им оставил. Это мне, брат, спасибо. Алло! Не, оставь им, оставь. И самое главное, не забывай. Хаешки, флешки, это обязательно. Без этого никуда. Да я понимаю, я просто их не нахожу. Чего не находишь? Их надо покупать в магазине, алло. А, калаш, у Nike, еще MP7, но... Ой, спасибо. Спасибо, брат. Наконец-то нормальный дроп. Брат, подожди, один только пачка, побежал. У тебя пачка. Второй где-то крысит, бро. А второй через мид не мог пройти? А где он? Подожди, я что-то не понял. Ну, наконец, это впервые, пол? А нет, это второй раз. Они один раз кидали нам калаш, а это второй раз. Дайте нормальный дроп, будьте людьми. У тебя есть хаешку? Хаешку в ребра. Ой, о, не, будет, поэтому отмена. Бро, есть оружие? Оружие? Ну, М40. Я что-то не понял, они оставили? Так. Юз. Тихо. Все. Старичек, ты... А! Бро, ну как будто Габелла. Давай, 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 давай! Ну как? О, ну ГГ. Я 1-2. Да, да, нет, поехали. Я надамажил их всех. Раз. Хорош. Ноускоп даю. Ноускоп челлендж. Готов? Давай, бро, давай. А, не попал, не попал. Я не успел выстрелить, вернее. Смок есть, у тебя есть смок. Давай. Дефать сразу. У меня диффюзов не было. У меня диффюзов не было. Они мне юз поставили, алло. Мать моя женщина. Ну тиммейт руина без диффюзов. А диффюза, так кто будет покупать? Слушай, ну я как будто и забыл. Диффюза это самое главное в этой рубрике. Я надеялся, что с тобой в команде мы жестко разнесем. Но, брат. Ну вот и все, видишь, все. Так, ну давай в этом раунде, Слушай, мне денег хватает только на береться. Пацаны, сырямба. Нормально, я думаю, они не обидятся сильно. Давай хоть один раунд честно сыграем и не будем пачку ставить. Вот реально, просто. Посмотрим пачку даже ставить. Да, посмотрим на их честность просто, братик. Давай. Так, вот так кидаем, чтобы они, оп, потратили время обойти Тёмку. Имба. Дальше флешечку. Кого слепит тот бот? Ой, меня слепило. Меня слепило. Дальше. Хаешечку закидываю в плент, чтобы не поставили пачку. И дым. Я просто гений. Пока иду, 4 гранаточки выкинул. Ага. Конечно, дол береты, юмп. Ну, брат, понимаешь. Спасибо, бро, за дроп. Спасибо от души, ага. Вообще, ты береты, может, дай мне хотя бы. Брат, нормальный дроп, ура! Я себя даже чувствую человеком, не может быть. У меня есть хаешка, Дай прострельчиков. Что, мне кажется, они вот могут где-то заныкаться. О, вот там. Блин, а кто это кинул смог, и ты?
Да нет, откуда? На. О! Минус раш! Имба! Брат, давай им даже вот так вот сейчас, смотри, посмотрим на их честность. Смотри, я им вот так давай. Вот пачку скидываю. Ой-ой-ой, ага. Кентуха показывает, какой он крутой. Ну вот смотри, сейчас что они будут делать? Не пикай. Имба! Бомба! Он бомбу дропнул! Хорош раш! Он испугался. Где он там? Пленту. Я стреляю просто наугад. Прикинь, попаду будет угар. Да блин, арт-кулыч! Ну капец, он чётенький, метенький. Смотри, Кентуха даже с места не сдвинется. Проверяю, он до сих пор на балконе стоит. Смотри. Просто смотри. Я вообще в ноль закрою. Просто смотрю. Ничего себе. Воу! Все. Тактика. Ну, не пикай. Да, садись, он тебя не найдет. О, Кентуха, попасть надо! Ну, попасть надо! Перезарядка, долбаны! Это просто битва нубов. Тише, брат! Как? Секунда! Секунда! Сюда. Мы выиграли. На последней секунде выиграл раунд, ты прикинь? И мы даже не плентили. Слушай, ну как будто надо исправляться, потому что как-то оно получается не камильфо. Диффуза купи, нубасик. Но я говорю, нубасик, и у них честности ноль. Еще. Да, я им опять калаш оставлю. Мы вообще 5 раундов отдали, брат, я не понимаю. Скинь калаш, бро. Я сам без понятия. Брат, банально, просто по фасту бежим. Просто бежим. Максимально быстро. Давай. Я керпу набрал, имба! Нормально, но хорош. Что тут есть еще интересненького? Ой-ой-ой-ой, тут, ой. А тут хорошее оружие, бро, иди забирай. Искупать вину хотят, Соня, ты понял, да? Да. Ты понял? Испугались, братья. А ты что взял? Я М40 взял. Да они надоели с этой пачки долбаной. У меня флешка. Дал флешку, осторожно. Нет. Залетай под флешку. Куда ты флешку дал? Куда ты флешку дал? Я иду в спину. Жестко уничтожать на нож. Ну, басиков галимых. Первый пошел. Куда ты флешку дал? Нормально. Я ее сюда дал. Нормально. Хорош, дивюсь. А-а-а, он меня забрал. Нет! Раш! Как везет Рику, господи. Да я, у меня он начал стрелять. Я встала, все, блин. Ой, красава. Соло закрываю. Рикардик просто лучший. А что, флешка помешала, правда? Ну ты прям по мне попал и прям со спины в этот момент подобрался, Рашик. Я все таки рассчитывал сейчас. Брат, слушай, как будто есть предположение. Давай, может, мы так аккуратненько заныкаемся в ребрах, в дыму. Ууу, дай. Слушай, ну раз М40, ну давайте, пацаны, играйте М40, окей. Ладно, я буду получше, чем арткулы, скину калаш. Алло, я в прошлом раунде калаш и еще два раунда назад. Мы не живем прошлым, брат, мы живем настоящим, понимаешь? А, запрещайте, я даю раскидочку и типа мы бежим. Давай. Ой, я... О, блин, ну почти. Имба. Спасибо! А мне как проходить? Алло, полоса препятствий! Пол это лава, бро! Пол это лава! Они оставили одну пешку. Че, как на пополам разделим, брат? Давай, короче, по пульке. Надо посмотреть. А подожди, а Юс. О, реально, давай по пульке, слышишь? Подожди, брат. Давай. Бро, так за пленти, дай мне пестик. Дай пешку, пленти! Да пешку дай! Ну, линфы. Let's go! Вперед! Да! Ты смотри, какая крыса галимая на кенте. Вперед! Давай за меня! Рикардо, давай! Най, так я уже стучал. Смотри, а че он до сих пор живой? Смотри, он сидит. В смысле, где сидит? Ты че? Ну, у меня в ящике застрял. Чем? Так это другой кентик. Они крысили! Они оба сидели в пленту, серьезно? Да! Они оба тут были! Ема, крысы галимые! Брат, давай еще, я все-таки хочу сыграть в этот. Я хочу сыграть вот этот челлендж, типа, по одному патрону. Давай, я тоже. Это весело, как будто будет. Давай, да. Так, братан, давай, все. Это было красиво. Не нарушаем правила. Дадим малышечкам М4-1, пусть радуется. И самое главное, покупаем полностью все хаешки, флешки и так далее. Брат, надо бежать. И сейчас хаешечку надо жесткую закинуть. О, я жесткую хаешку закинул! Даже не попадают хаешки, но басы галимы. Ну это просто, я не знаю.
Хорош! Ну блин, ни одного килла с хаешки, как будто вообще хэштег не делал. Давай, давай, лишь бы был нормальный дроп, лишь бы был нормальный дроп, умоляю. Там М40, нормально. Да блин! Нормально, 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 нормально. Тебе тоже М40 дали? Не, у меня дигл. Даю тебе дигл, держи дигл. Так, тут М110. Так, бро, что еще есть? Подожди, похоже, вот М-ка. О, давай М110. Нет, М110 по одному патрону, погнали, брат. Один темки будет. А, они флинт оба. В темке? Тут у меня патрон, он все в смоку. Давай. Ой, почти попал. Так ты по мне, по-моему, стрелял. Да! Джекпот! Иду, иду. Ты где? Где, где? На. О, на, о, во! О, ты попал? Нет. Я тоже не попал, брат. Понял. А меня... Ну, не стрелял, в смысле, даже. Остался, братик Арткульчик. Да! Хорош, Кентухин. Давай, брат. Ну это Кентуха, он засел у себя там в пикселе тактику из... Таксика дикселя. Минус 2, лежать, Кентуха камбэчит. Слушай, ну хорошо, так, берем. В этом раунде М40 кидал, кину, я в М. Ну это... Ничего себе, Кентух, ты не слишком много даешь-то. Ну это уже нормальный дроп, пацаны, кто бы что там ни говорил. Вот это реально нормальный, хороший дроп. Че им оставить? Ну слушай, как по-моему по 90 соответствует Кентухе. Вот, реально. Вот, поэтому можно. Я оставил. А, типа Кентуха. П90! Блин, ну что ж так? О, идеальная хаешечка! Варткула, варткула, дроп, не варткула! Кидай, кидай! Блин. Сейчас дропну жестко! Что произошло? Блин. Выжили? Ну, не попал, походу. Ну я жестко кинул. Они нубасики еще те, я тебе говорю. А я буду плантить сразу. Опа, брат, выбирай М40 или авик, или М16. Не, я знаешь, где запланчу? Вот тут и убегу к ним на плант, бро. Дай рушку, бро. Дай мне авик. Счет 8-8, камон! Слушай, ну прям очень даже неплохо. А теперь я делаю жесткий прострел. Ну очень жестко, ну не так жестко прострелили это. Можно трекать через там? Лонг? Я еще через темку пойду. У них авики о, М40. Ай, срочно! Ай! А, все? Подшел. Типа уходить на префи, можно выносить? Так я дефать буду. Темка, 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 он темка! Нормально. Раздефал нормально, нормально. Нормально, все. В темке, в темке, в темке, в темке. Да! Алло, он дефает. Блин. А, кого он задефал? Да, да. Он что, не в адеквате? А как он задефал? Бро, один раунд. Давай не будем сливаться, нет. Так, слушай, 9-8, ну прям... Я даже не думал, что мы откомбэчим. Прям хорошо. Я знал, что мы откомбэчим. Не знаю, откуда у меня такое чувство было. Фомасик, пацанам, фомасик оставлю. USP оставлю. И давай в этот раз я буду добрым. Я вам скину молик. Давай не будем сливаться, нет. И давай даже сейчас проявим вот героизм. Давай им скинем 2 калаша. Мы их заберем все равно. Дрофлишь, реально? Ну, я тебе говорю. Ну давай, давай. Давай, заберем. Потому что мы нормальные мужики, не то, что да, я дела попутал. Да. Правильно, все верно, да. Очередная хаешка. Ой, брат, извини. О, ты кого-то прирезал. Смотри. Шлоп, он заходит. Блин, я забрал на нож! Это Раш отомстил мне, походу, слышишь? Давай флешку, как я учил. По флешку, короче, захожу. Давай, по флешке. Ой, жесткий флешка. Легендарная. Влетай! Нормально. Блин, ну будет смешно, если ты раздефаешь. Он дефать пошел. А, подожди. Да ну не, ну не ходи! Делаю! Алло, он чуть не задефал. А как ты его пропустил? Я что-то, что-то было, бро. Не, он просто пробежал, я за ним. Блин, это был плохо. Да, блин. Стой! Кстати, почти смог нормально. Рикардик, счет 9-9, камон! Да, получается, что так. Подожди. Это счет вообще очень плохо. Так. Блин, у меня денег мало на последний раунд. Я могу только пистолет дропнуть. Я им 40. По 350. Пацаны, сорян, ну реально. Вот все деньги потратил. Были бы деньги, дропнул бы лучше. Да, у меня 0 бабок просто. Ага. Что им скинуть, бро? Ну, FNFL Laser. Брат, так подожди, скину. Да какой FNFL Laser? Давай фигню скинем и выиграем. Да не, ну я нормально скинул. Ты там смотри, что хочешь. Да нафиг на. Ну ладно, тактику пиксель. А ладно. Я хочу выиграть. F40. Быстрее бежим. Хоть бы нет хаешки рвануть. Ой-ой-ой, пожалуйста. Не кидайте хаешку, Мария, умоляю. Оп, а я кину. Бро, они мне... А я им FNFL Laser и М40. Брат, они нам тоже ставили плохой дроп. Ах вы... Все там по дропу. Вот так, да? Что там по дропу, брат? Ставь пачку, пачку, там? Пачку, пачку, пачку. Да, ставлю. Они нам нифига бро, не оставили, так... брат. Брат, они нам тоже ставили плохой дроп. Да, блин. Тебе еще больше нравится М40 плохой или дроп, FNFL? Чего? Ну, М40, я сейчас на М40 топ-1.
Да, блин. Ладно, брат. Блин, они же заплейтили, погнали! Брат, как будто нашел без шанса. Ты рофлишь? Давай, давай. Да! Мистер Кул! Хорош, имба! Конечно! А! Ну, бро, ну это просто пипец. Тёмки. Да! Минус два! Да! Мы это сделали! Хорош, кентуха. Рекордик, да! Просто мы машины! Хорош! Кто машины? Мы машины! Вообще не вы нубасики сраные! Вы вам оставили нормальный топ, вы нам Рик! Домой. Это тринчит. А как вы проиграли? Заплатили кентуху, сорян. Домой. Как вы проиграли? Вы даже ментально проиграли. Мы даже не играя вас выиграли. Маратван, давайте пусть подписчики решат, кто победил, а кто проиграл. Да кого вы, нубасики? Вы каждый раунд нас под гранатами подрывали, блин, дроп не оставляли. Ты рофли, что ли? Это золотое правило этой рубрики. Мочи с хаешки. Брат, это Абомин этому правилу приучился, поэтому мы применяем его. Все, братва, давайте. Пацаны, прожали лайкусик, подписались. В ТГ разыграю 5 кесарей голды. Перешли, подписались. На послов подписались. О, на меня подписались. И на Твиче сегодня стрим. Всем пока-пока. Пока! Ha ha ha!